Вау! А можно я первое посмотрю? Вау! Ничего себе! Под клошами меня ждали арбузы на шпажке. А у тебя что? Сейчас! О, нет! Целая тарелка с живыми червяками! Я не хочу! Прости, Джесс, но придется. Какой кошмар! Поверить не могу, что я это делаю! О, нет, я не могу! Мне слишком страшно! Крис, начинай первое! Нет уж, если ты начала, то продолжай. Держи ложку и желаю тебе удачи. Да уж, спасибо, ты такая заботливая. Ах, как же они мерзко двигаются. Надо окунуть их в шоколадный фонтан. Какой кошмар. А теперь самое страшное. Попробовать. О, какая мерзость. Да уж, даже смотреть противно. А на вкус еще хуже. Ох, надо скорее запить этих червяков шоколадом. Мне немного полегчало. А теперь моя очередь. Арбуз в шоколаде определенно будет очень вкусным. М-м, как же красиво стекает шоколад. Выглядит очень аппетитно. О, да, сочетание просто обалденное. Ставлю лайк. Как же здорово, что у меня осталось еще два кусочка. Окунаем в шоколад. А затем... Крис, а может ты поделишься со мной? Поделиться? Конечно, держи. Конечно, нет. Я съем все одна. Как же это вкусно! Шоколад такой сладкий! Эх, я бы тоже не отказалась! Я тебе очень рекомендую попробовать такой десерт, но как-нибудь в другой раз! Ой, смотрите, у меня улыбка из кожуры арбуза! Джесс, доедай червяков! Ладно, пожалуй, наберу шоколада сразу в миску! Фу, какие же ужасные червяки! Ладно, ничего не поделаешь. Надо поскорее их съесть. И забыть об этом, как о страшном сне. Мамочки! Джесс, мне тебя очень жаль. Хотя нет, корчишься ты забавно. Суепа! Я выиграла! Посмотрим, что же ждет меня под клошем. Ого! Что? Не может быть! Леденец с красным перцем! А у меня? О, шприцы с чем-то вкусным внутри, а сверху мармеладные глаза! С шоколадом будет просто нереально вкусно! Вот это повезло! М-м, объедение! А теперь выдавливаем содержимое шприцов! О, это же фруктовый сок! Очень здорово! Вау, это было нереально вкусно! Хорошо, что у меня остался еще один шприц. Окунаем в шоколад, а затем съедаем. И, конечно же, запиваем соком. Джесс, а ты чего сидишь? Давай уже пробуй свой леденец. Мне, конечно, страшно, но я попробую. Ого! А он, оказывается, очень вкусный. Хочу окунуть в шоколад. Да! С шоколадом будет просто нереально вкусно! Главное не забыть про перец! М-м-м, вот это да! Видишь, Крис, мне тоже повезло! Ням-ням-ням! Ой, что-то не так! Красный перец! У меня на языке! Как же остро! Надо что-то придумать! Точно, шприцы! Для начала надо выпить весь сок, а затем набрать в шприцы как можно больше шоколада и выстрелить Джесс прямо в рот. Это должно сработать. А-а-а! Большое спасибо! Мне стало легче. А это было забавно. Ага. И клош буду открывать я. Ну-ка. У меня рыбные роллы. С шоколадом это будет ужасно. А что у тебя? А у меня тараканы! Какой кошмар! Джесс, ты точно пробовать будешь первое? Хорошо. Роллы – это не самое любимое мое блюдо. Но без шоколада должно быть съедобно. Да
Да уж. А вот с шоколадом мне даже страшно пробовать. Уверена, это будет ужаснее, чем без него. Мамочки, меня сейчас тошнит. Да уж, ну у тебя и лицо. Когда же они закончатся? Отвратительно. Я уже устала их есть. Они такие невкусные. Ну неужели я доела? Наконец-то. Крис, теперь ты. Да уж. Эти тараканы не только огромные, но еще и живые. Нет, я не буду. Ну, может, палочками тебе будет полегче? Ладно, спасибо, давай попробую. Ох, как же отвратительно они двигают своими лапками и усиками. Ладно, надо поскорее окунуть их в шоколад, пока я не передумала. На вид лучше не стало. И на вкус невероятная мерзость. Этот таракан так неприятно хрустит. Молодец, Крис, так держать. Да, но если я съем еще одного, то меня точно стошнит. Когда же это закончится? Сочувствую, подруга. Можно я открою? Ура! Что? Авокадо? Но я не фанат авокадо. Крис, а что у тебя? Посмотрим. Горшок с землей? Кошмар! Я что, должна это съесть? Да уж, по сравнению с тобой, мне с моим авокадо повезло. Первым делом надо его разрезать, а затем окунуть в шоколад. Вообще-то выглядит это не так уж и плохо. Попробуем. Авокадо не имеет сильного вкуса, поэтому шоколад должен его перебить. Нет, я ошиблась, это невкусно. Очень невкусно. Я расстроилась. О, ко мне пришла идея. Попробую набрать в кожуру от авокадо немного шоколада и выпить. О, да, вот это мне нравится. У меня осталась еще вторая половинка. Крис, а ты чего сидишь? Давай уже приступай. Я что, действительно должна попробовать землю? Мне кажется, ее нельзя есть. Эх, какая гадость. Просто ужас. О, знаете, а ко мне пришла гениальная идея. Я заберу косточку от авокадо Джесс и посажу в свой горшок с землей. У меня уже есть опыт выращивания растений, поэтому, надеюсь, у меня вырастет огромное дерево, где будут расти много авокадушек. Главное – полить шоколадом, чтобы точно все проросло. Отлично, а теперь ждем. Ого, как быстро растет дерево! Не может быть, у меня выросло настоящее шоколадное дерево с шоколадными авокадо! Вот это повезло! Ну-ка попробуем! Вкуснятина! А можно и мне попробовать? Пожалуйста! Конечно, угощайся! Большое спасибо! Можно я открою клош? О, нет! Мне достался вонючий лук! Ха-ха! Приятного аппетита! Это точно будет невкусно! Шоколад тут ничего не исправит! А еще изо рта у меня будет вонять луком! Да уж, одни минусы! Какая гадость! А мне нравится смотреть, как ты корчишься. Очень забавно. Ну а мне достались вкуснейшие яблоки. Это уж точно вкуснее, чем лук. Надо поскорее попробовать. Но для начала окуну в шоколадный фонтан. О, да, как же аппетитно это выглядит. О, идея. Посыплю яблочко радужной посыпкой. Невероятная красота! Хочу все яблоки окунуть в шоколадный фонтан и посыпать посыпкой.
Готово! А теперь самая приятная дегустация. Обалденно! Опять Крис повезло больше всех. Это правда, я нереально везучая. А у меня ужасный лук. Как же я сильно не хочу его есть. О, идея! Крис, а можно попросить у тебя радужную посыпку? Конечно, хоть все забирай. Все равно тебе это не поможет. Поможет, еще как поможет. Вау! Выглядит красиво, а на вкус действительно ничего не изменилось. Гадость! Ну, а я говорила. Да-да, я лузер, знаю. Ох, а яблоки Крис выглядят так аппетитно. Крис, а можешь поделиться? Жадина. Я кое-что придумала. Если Крис не хочет делиться, то я сама заберу у нее яблоко, пока она не видит. Подменю ее яблоко на мой лук в шоколаде в посыпке. Они же очень похожи. Она точно не отличит и съест лук. Ох, не терпится увидеть ее лицо. Получилось. Ну что ж, пришло время последнего яблока. Какая гадость! Это же лук! Джесс, как ты посмела? А нечего было жадничать. А яблоко и правда очень вкусное. Это нечестно, ты жульничала.